Вместо чемпионата мира пройдет личный кубок мира. Объединенный мир борьбы не смог достигнуть установленных критериев для того, чтобы провести в этом году чемпионат. Причина – угроза распространения коронавируса. Так, США, Япония, Казахстан и Куба отказались от поездки, а во многих остальных странах границы остаются закрытыми. Согласно условиям проведения чемпионата, в нем было необходимо участие 8 из 10 ведущих стран мира, а также участие 70% спортсменов, заявленных на аналогичные соревнования в 2019 году. В качестве заменяющего турнира проведут Кубок мира в личном зачете. Фактически, состязания пройдут среди тех борцов, которые смогут добраться до места проведения соревнований. На сайте Федерации борьбы сообщается, что призовой фонд турнира составит 300 тысяч швейцарских франков, которые распределят на 30 весовых категорий. Напомним, что чемпионат мира был запланирован в период с 12 по 20 декабря в Сербии.